Всего 3 призовых места и в несколько раз больше претендентов на победу. 14 команд. Спартакиада среди учащихся школы и гимназии Ленинского района города традиционно объединяет большое количество участников. Да, футбол – игра номер один, но этот массовый вид спорта в рамках спартакиады далеко не единственный. Есть 11 видов спорта, в которых каждая школа может принять участие. Есть обязательные виды программы, есть виды по выбору. И это длится на протяжении всего учебного года. Футбол очень популярный вид спорта и в Бресте, и в Беларуси, поэтому многие ребята хотят попасть в команду. Понятно, мы делаем какой-то отбор. Всех подряд не возьмешь, потому что есть определенное количество человек. Только 14 человек могут принять участие в игре. Поэтому происходит отбор, лучшие ребята отстаивают, выступают за свою школу, отстаивают ее честь. Среди лучших ребят, которые отстаивают честь своей гимназии или школы, в основном учащиеся 10 и 11 классов. Но организаторы говорят, что если подросток раскрывает свои спортивные способности раньше, в более юном возрасте, то есть все шансы попасть в команду. Это слаженный вид спорта, это нужна команда, потому что в одиночку ты там ничего не сделаешь. Футбол, во-первых, это слаженность. Если ты играешь командой, ты все время будешь побеждать. Если ты играешь по одному, то ты никогда не вывезешь. Я получил очень классные эмоции, познакомился с много крутыми ребятами. Они очень позитивные. Групповой этап, кстати, длился неделю. Игры состоялись на базе 5-й и 9-й школы. Финальная часть проходит сегодня на базе городского стадиона «Юность». Последний тур будет завтра, при котором после подсчета очков определится тройка команд-победителей. Ребята ждет награждения, а вместе с этим новые футбольные перспективы.